Традиция отмечать 1 мая – праздник весны и труда. Вот уже многие десятилетия остается неизменной в нашей стране. 1 мая стал неотъемлемой частью российской истории и наших традиций. Это один из самых любимых праздников для людей разных поколений на протяжении многих лет. Традиционно в этот день чествуют человека труда, подводят итоги сделанного, намечают новые планы. Дорогие жители Славянского района, примите самые добрые поздравления с праздником весны и труда. 1 мая – один из наших любимых праздников. Весенний, радостный. Он был и остается символом мира и труда. Мы трудимся на благо своей страны и нашей родной Кубани. Живем в мире, чтобы созидать, растить детей и внуков, любить своих родных. И, конечно, стараемся привить нашим детям уважение к труду, чтобы они продолжали добрые трудовые и мирные традиции старшего поколения. В этот праздничный день хочу выразить искреннюю признательность всем труженикам, ветеранам труда, всем славянцам, чьими стараниями становится еще более уютным, красивым и благоприятным для жизни наш район. Желаю вам, дорогие земляки, отличного весеннего настроения, успехов в делах, крепкого здоровья и счастья. Разрешите праздничную первомайскую демонстрацию трудящихся Славянского района считать открытой. В праздничной демонстрации приняли участие представители профсоюзов, политических партий и общественных объединений, молодежных организаций, трудовых коллективов, предприятий, учреждений культуры и спорта, учебных заведений. Участников праздничного шествия приветствовали глава Славянского района Роман Синеговский, председатель районного совета Григорий Литовко, а также почетные граждане города и района, ветераны войны и труда, славянцы, чьи имена занесены на доску почета. Для нас праздник 1 мая – это замечательный праздник весны, труда. Поэтому всегда мы стремимся на эту площадь, чтобы вместе со всеми горожанами встретить замечательный праздник весны, чтобы отметить рождение природы. А сейчас это еще и праздник имеет особый оттенок, когда люди все собираются, радуются друг другу. Хотелось бы поздравить всех с праздником, пожелать всем добра, мира, здоровья и хорошего настроения в праздничные дни. Не только для меня, для всех горожан большое сегодня праздник. У нас сегодня прекрасная демонстрация. Люди собираются, друг друга видят, встречаются, рады друг другу. Это что еще нужно людям? В первых рядах праздничной демонстрации депутаты Совета Славянского района. Благодаря им общественность получает возможность не просто быть услышанной, но и на равных участвовать в принятии ключевых решений органов местного самоуправления. Также в числе тех, кто возглавил первые ряды, почетные граждане города, которые примером всей своей жизни, высоким профессионализмом и служением выбранному делу навсегда вошли в летопись выдающихся имен Славянска на Кубани. Мы гордимся своей малой родиной, заветным уголком родной России. Ура! Ни одна демонстрация не проходит без представителей общественных объединений социальной направленности. Они активно участвуют в общественно-политической, культурной жизни района, проводят большую работу по воспитанию подрастающего поколения, сохранению народных традиций, увековечиванию памяти земляков, погибших при исполнении воинского долга. У всех наших организаций общественных у нас праздник 1 мая – это самый замечательный, самый светлый праздник. Мир, труд, май. Дорогие жители города Славянска на Кубани, разрешите поздравить вас с этим замечательным праздником, праздником 1 мая. Пожелать вам крепкого здоровья, счастья, ну и творческих успехов, кто еще трудится на нашем поприще ветеранском. Ну и пожелать еще самое главное, семейного благополучия вам всем. Празднично украшенными колоннами по театральной площади прошли представители поселений Славянского района. В станицах, селах и хуторах проживает более половины жителей нашего муниципального образования. Ну, хотелось бы поздравить в этот праздничный день всех жителей района. Прежде всего, конечно, поздравить свое поселение Маевское с праздником 1 мая. Пожелать всем здоровья, счастья, веселого настроения, весны, добра, любви и счастья. Мы, прибрежное сельское поселение, сегодня пришли участвовать в демонстрации к 1 мая. Для нас это очень важный праздник. Он несет море позитива и счастья, ведь весна же на улице. С праздником, город!
Сельские жители встречают 1 мая с оптимизмом, уверенно смотрят в будущее, радуются переменам, которые происходят вокруг. Благоустраиваются улицы станицы хуторов, ремонтируются социальные объекты, строятся спортивные площадки. По результатам краевых конкурсов на лучшее сельское поселение Краснодарского края в числе передовых 12 поселений нашего района. Слава землякам, труженикам Забойского поселения! Ура! День весны и труда объединил педагогов, детей и родителей, жителей города разных поколений. По главной площади Славянска на Кубани прошли яркими колоннами воспитанники и педагоги школ искусств, учреждений дополнительного образования. Продолжили шествие представители сферы культуры, работники домов культуры, творческие коллективы и артисты Славянского района. С огромным удовольствием идем, улыбаемся и приветствуем всех жителей нашего города и всем желаем хорошего настроения, благополучия и здоровья вашим семьям. Поздравляем с 1 мая! Ура! Мы ОРТ «Жартица», Славянский центр развития творчества. Ну, май для меня – это традиции. Честно говоря, по-другому и не воспринимается. Это цветы, это сирень, это тюльпан, это демонстрация, это улыбки, вот такие красочные колонны. Для меня это, ну, память. Одной из самых многочисленных была колонна спортсменов. Впрочем, это не случайно. Славянский район – территория спорта. Неоднократный победитель и призер краевого смотра конкурса на лучшую постановку спортивно-массовой работы в Краснодарском крае. Более 60 тысяч славянцев занимаются физической культурой и спортом. Мы пришли на демонстрацию от спортивной школы легкой атлетики, чтобы показать свои достижения. Настроение чудесное. С праздником! 1 мая – это праздник весны. Хотим показать то, что мы достигли. Это самый лучший праздник в России для нас. И сегодня мы покажем все, что мы достигли и что мы умеем. С 1 мая вас! В спортивной колонии прошли ветераны спорта, руководители спортивных учреждений, победители всевозможных краевых и всероссийских соревнований. Спортивные коллективы нашего района добиваются значительных побед по различным видам спорта. В поселениях района работают 15 физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, 10 спортивных учреждений, развивается более 20 видов спорта. Гимнастика, шахматы, тэквондо, греко-римская борьба, футбол, волейбол, плавание. В праздничной демонстрации приняли участие представители практически всех спортивных федераций Славянского района. На главной площади города колонна работников физкультурно-оздоровительного бассейна «Дельфин» под руководством директора Лахман Сергея Викторовича. В коллективе работают профессионалы своего дела. Рыжкова Татьяна Станиславовна, чемпион СССР по плаванию, мастер спорта СССР. Микшун Лариса Ивановна, рекордсменка России по плаванию, и Кудряшов Антон Николаевич. Ура! В яркости и многочисленности колонии спортсменов не уступала колонна дошкольных и образовательных учреждений. Самые юные жители нашего района готовятся к большому будущему в детских садах с замечательными названиями: «Золотничок», «Серебряная копытца», «Золотой ключик», «Сказочный город», «Золотая рыбка», «Семицветик». Ребята из детских садов 13, 15, 24 и 35 победили в муниципальном этапе конкурса «Разговор о правильном питании». Это Божин Тимофей, Егорова София, Лысанова Олеся, Сорокина Мария. Дети – наше будущее! Ура! Яркие колонны дошколят сменили учащиеся и учителя общеобразовательных учреждений. Школы района по праву гордятся победителями и призерами районных, зональных, краевых олимпиад, научных конференций, дипломантами всероссийских интеллектуальных конкурсов. Ученица третьей школы, 10 класса. Идем от школы на демонстрацию. Очень красиво, хочется пройти достойно. Красивый праздник. Хочу пожелать успехов, радости и всего самого наилучшего, чтобы в этот праздник был очень солнечный день. Активная жизненная позиция, целеустремленность, вера в свои возможности, профессионализм педагогов общеобразовательных учреждений помогли учащимся достичь значимых успехов в учебе, творчестве, спорте. Их победы, призовые места стали достойным вкладом в интеллектуальный, творческий потенциал города и района.
Площади приближается колонна средней школы номер 18 под руководством пышной Людмилы Никитичны, депутата городского совета. Коллектив учащихся и учителей смотрит будущее с оптимизмом и готовностью к новым свершениям. Впереди интересный и упорный труд, находки и победы. Творите, дерзайте, совершайте открытия. С праздником весны и труда! Ура! На театральной площади города всех поприветствовали и поздравили с праздником весны и труда преподаватели и студенты среднеспециальных и высших учебных заведений. Студенты района занимают активную жизненную позицию, ведут здоровый образ жизни. Яркое подтверждение этому – призовые места в спортивных, творческих и научных конкурсах и соревнованиях. От всех студентов сельскохозяйственного техникума я желаю вам счастья, здоровья, удачи в этом году и с праздником 1 мая. Основа развития Славянского района – это эффективная экономика. Предприятие – это слава и гордость нашей малой родины. В демонстрации приняли участие трудовые коллективы 17 предприятий и организаций Славянского района. К театральной площади приближается празднично украшенная колонна коллектива общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма Приволь». Слава землякам, ветеранам труда! Ура! В праздничной демонстрации принимает участие коллектив общества с ограниченной ответственностью «Славянск-Эко». «Славянск-Эко» – современный производственный комплекс. Предприятие выполняет переработку углеводородного сырья. Всего в состав холдинга входит 12 предприятий, в которых трудится более 3000 человек. Экономические показатели предприятия отмечены дипломами межрегионального форума крупнейших компаний Южного федерального округа, как самая динамично развивающаяся компания. Ну, настроение у нас праздничное, коллектив у нас трудящийся «Славянск-Эко». Мы всегда участвуем на парадах полным составом. Это как бы праздник для нас. Ну, что можно пожелать от «Славянск-Эко»? Здоровья всем, радости всем трудящимся. Ну, чтобы всех было все хорошо. Постоянный участник первомайских демонстраций – «Славянский кирпич». Вот уже 25 лет компания с гордостью представляет продукцию современными технологическими решениями в производстве кирпича. Многолетний опыт работы, современное оборудование позволяют выпускать более 50 наименований кирпича и камня. «Славянский кирпич» – один из самых современных кирпичных заводов в Европе и один из самых крупных в России. На сегодняшний день выпущено свыше 1,5 миллиарда штук условного кирпича. Я представляю «Славянский кирпич», работаю на нем 26 лет. Я поздравляю всех наших работников с 1 мая. Желаем счастья, здоровья и долголетия. И я хочу каждую организацию также поздравить с 1 мая. Мир, чтоб был труд и май. Праздник для меня 1 мая – это от моих родителей. У меня родители занимали первые места. И мне кажется, что это надо выходить на демонстрацию, поздравлять всех. Это, мне кажется, дружеский праздник. Гордятся своими успехами и в закрытом акционерном обществе «Славпром». Сегодня это современное виноградарское и винодельческое предприятие с перерабатывающей мощностью до 8000 тонн солнечной ягоды в сезон. А залог качественного продукта – виноградники Кубани. Высокое качество продукции предприятия оценено многочисленными наградами на краевых, всероссийских и международных конкурсах. Обладает правом носить знак «Сделано на Кубани». Уже в этом году на международной выставке «Проэкспо» в Москве продукция завода завоевала 3 призовых медали. Коллектив завода поздравляет всех жителей города с Днем весны и труда. Ура! Рада и счастлива, что сегодня я могу увидеть своих сотрудников, своих близких, своих родных. Я все-таки считаю, что это праздник вот мира, души, счастья. И когда ты в такое мероприятие проходишь, колония, да, когда ты имеешь возможность просто выплеснуть криками «Ура!», то, что у тебя накопилось, да, вот мне кажется, после таких мероприятий еще больше хочется жить, радоваться, творить, созидать. Вот для меня вот действительно чувства переполняют. Мне не хочется идти сейчас домой. Я хочу видеть этих красивых людей. Я хочу видеть ощущение праздника. Богатыми традициями и профессиональными успехами радуют славянцев и многие другие предприятия. В праздничной демонстрации также приняли участие трудовые коллективы «Роснефтранспорт», агрофирмы «Приволье», маслосырзавода «Славянский», Славянского дорожного ремонтно-строительного управления, общество с ограниченной ответственностью «Прибой Плюс», управляющей организацией «Славянец», «Кубаньводоканала», теплокомплекса, общество «Кубаньэнерго», «Славянские электрические сети». Хочу поздравить всех праздником 1 мая жителей Славянска и также
района. Всего самого лучшего пожелать. 1 мая – этот день был и остается для всех нас символом мира и созидания, дружбы и согласия. Это праздник, который не подвластен времени. Из года в год, из поколения в поколение люди будут собираться, чтобы по старой доброй традиции пройти колонны со своим коллективом, порадоваться празднику и поздравить друг друга. В этом году в праздничной демонстрации приняло участие более 7 тысяч славянцев.